Удивлять и впечатлять – главный талант юных ученых и исследователей. В Ульяновске стартовал юбилейный детский конкурс научных работ «Мой проект». Уже на протяжении 15 лет дети дошкольного возраста воплощают в жизнь свои творческие задумки и удивляют взрослых своей оригинальностью. На протяжении нескольких месяцев маленькие умы усердно работали над своими творческими проектами. И, наконец, наступил момент, когда каждый ребенок был готов представить свою работу на суд зрителей и экспертов. Малика Салахутдинова подготовила патриотический проект к Дню Победы. Девочка с воодушевлением и гордостью рассказала членам жюри о своем прадедушке, героя Великой Отечественной войны, и напомнила о подвигах других жителей области в созданном альбоме с фотографиями. Но горжусь и даже тем, что моя семья тоже участвовала на войне. Моего прадеда уже давно нет живых, но пока мы помним о них, они живы. Удивительно наблюдать за тем, как в шестилетнем возрасте юные таланты творят и рассуждают. В 15-й раз в регионе выбирают смышленых и одаренных детей. Работы действительно все особенные и уникальны. И каждая впечатляет членов жюри своей оригинальностью. У нас и были разработки и фантастического плана, и реального плана. Ну, реального плана, там, создание новых вариантов чая, например, это вот на моей памяти было. А фантастического – это путешествие волшебников, например. Традиционно по итогам конкурса лучшие разработки будут напечатаны в специальном тематическом сборнике. Но для ребят это не главное. Важнее то, что участие в конкурсе уже в раннем возрасте открывает им дверь в мир возможностей, где ключом являются их таланты, способности и вера в себя. Дарья Цыбина, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск.